Приветствую, друзья, с вами Дмитрий. Сегодня у нас на распаковочке набор шампуров 40 сантиметров, 4 штуки с мангальницей и кочергой. Шашлычный набор. Большая коробочка. Она реально большая. Она у меня даже не влезает никуда. Я даже пришлось камеру отодвинуть, чтобы посмотреть, что там внутри. Давайте мы откроем, глянем. Что же там за набор такой? Так. Здесь еще надо немножко срезать. Так. Опачки. О, даже масочка в подарок. Вот, смотрите, вот такая вот масочка в подарок. В связи, видимо, с ковидом. Описание. Предлагаем вам приобрести уникальный набор для жарки мяса. Теперь вы можете приготовить любимый шашлык в любом месте, которое покажется вам для этого наиболее подходящим. Набор эргономичный, не занимает много места при прогулке или в машине. Его легко открыть, удобно носить. Внутри есть все, что только может понадобиться вам при приготовлении шашлыка. Вы можете воспользоваться и мангалом, и кочергой. Рабочая поверхность создана из нержавеющей стали. У набора удобная ручка, выполненная из настоящего кавказского ореха. Ручка выкрашена морилкой и покрыта высококачественным лаком. Характеристики набора: длина 73 см, толщина лезвия 3 мм, рабочая часть лезвия 50 см, длина ручки 14 см. Вот так вот все связано у нас. Это у нас похоже на скотч. И упакована она по пуверочку. Очень толстая сталь, обалдеть. Слушайте, давайте я размотаю. Так, давайте все по отдельности осматривать. Сколько можем видеть. Такой вот узорчик очень интересный. Кочерга. Ручки. Покрытый морилкой и лакированы. Зажато у нас все на кнопочку, как можно видеть. Так, я думаю, что это тут всем понятно, что это. Это у нас от мангала. Выполнено качественно очень, но сами подумайте, 3 миллиметра толщина. Все такое увесистое, скажем так. Наши как вот любят делать, знаете, на века. В Китае бы вы, наверное, бы этот купили бы. Какой-нибудь тоненький-тоненький. Толстая какая, вообще капец. О! Шарнирчики тут такие, все-таки завинчены. Даже фокус в камеру. А, вот. Слишком близко. В общем, втыкаем бух, да? Я так понимаю, с одной стороны. Тут такая же есть вторая с другой стороны. Это мы бросаем. Так, это у нас точно такая же для мангала штучка. Вот сами шампура. Тоже мы их размотаем. Собственно говоря, вот я размотал. Можете видеть это чудо. По качеству, я думаю, претензий особо никаких не будет. Шампура не в Африке, шампура. Ручка сделана достаточно хорошо. Нету ни заусенцев, к
как бы ничего такого. Все гладкое, покрыто лаком. Здесь, видимо, она отбита молоточком. Знаете, как в средние века доспехи делали. Сам шампур, хочу сказать, очень толстое железо. Вот у нас рабочий отрезок. Вот так вот. Вещь. Ну что ж, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.